Рассада хосты гибридной зебры Stripes, хосты гибридом зебры Stripes, относятся к достаточно редким сортам. Как понятно по названию, листья растения имеют полосатую окраску. Весной они белые, с едва заметными прожилками зеленого цвета, а ближе к июлю полосы зеленеют полностью, что делает хосту похожей на одноименное животное, правда, с более четкими полосками. При содержании в тени это произойдет намного раньше. Сорт имеет средний размер, достигая в ширину 75 см. При хорошем уходе порадует и своим красивым цветением лавандовыми цветками на высоких цветоносах, достигающих 50 см. Хоста гибридная зебра Stripes – это травянистый высотой 20-25 см. Цветет растение в месяц июль-август. Весной листва по цвету салатовая, летом листва салатовая, осенью листва салатовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.